начинаем простую разминочку у нас. Сначала начинаем движение. Первое движение. Вперед-назад, вперед-назад. Денис Карпухин уже 24 года успешно обучает детей карате. Начал заниматься этим видом спорта еще в 14 лет. После стал помогать своему учителю. Именно он разглядел талант преподавания. Предложил поступить в институт и помог войти в педагогическую профессию. Этапы конкурса проходили в течение года, признается тренер. Началось все с городского, после победил в республиканском и получил право участвовать во всероссийском. Конкурс на меня произвел необычное впечатление. Столько людей, единомышленников, которые работают так же, как и ты, лучше тебя, когда есть у кого посмотреть, у кого поучиться, грамотные, интересные люди, которые очень четко и логично излагают свои мысли. Даниил Карпухин – второй тренер ребят и сын призера всероссийского конкурса профмастерства. Молодой человек признается, что отец для него не только наставник в спорте, но и учитель по жизни. Детям нравится, знаете, вот он, как это, душевно, не как вот, допустим, вот тренер, вот делай вот так, а именно вот душевно объясняет, как нужно. Он даже не только некоторым детям помогает, что не только вот как тренер, а отец за пределы этого зала. Денис Карпухин поэтически помогает талантливым спортсменам поступать в педагогический институт. А во время тренировки повторяет: главное, не бойтесь ошибиться. Только в этом случае можно будет победить. Яна Вальдюк, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны.